Международный день людей с детским церебральным параличом, отмечаемый в первую среду октября, является социальным проектом, который призван изменить мир людей с ДЦП к лучшему. В Центре «Время надежды» прошел 10-й курс реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По инициативе родителей в Центр регулярно приглашаются специалисты для того, чтобы поддерживать здоровье детей, нуждающихся в этих процедурах. В программу курса реабилитации входит лечебная физкультура, массаж, гимнастика, мануальная терапия, то есть полный спектр медицинских услуг, который необходим пациентам с диагнозом детский церебральный паралич. В нашем центре есть все для того, чтобы наши дети получили полную квалифицированную реабилитацию. Также, 30 детей находится на курсе, и помощь оказали в городе депутат Государственной Думы Легков Александр Геннадьевич и компания МТС. Мы выражаем огромную благодарность за это.